что вы, черти? Все ради того, чтобы вы не подумали, что я жалкий старик, который с**ал в чемодан. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Бронепоезд Путина за почти 7 миллиардов рублей, на котором Путин сбежал от Пригожина, когда тот шел на Москву, и на котором Путин любит путешествовать со своей гражданской женой Алиной Кабаевой. И на самом деле этот бронепоезд выглядит как 7-звездочная люксовая гостиница, ради которой все ФСОшники сидят на карантине 2-3 недели. В этом блоге вы видите еще и золотые слитки, арсенал оружия, парики, пачки валют и личная комната для молитв, а также фото с отрезанными головами сирийцев. Нет-нет, вы не ослышались. Именно так выглядит многомиллионный особняк Пригожина. Друзья, меня зовут Дарья Счастливая, это мой блог «Дарья Счастливая», и мы начинаем. Центр «Досье» провел колоссальное исследование, колоссальное расследование о том, как, продолжая праздничный банкет, Путин путешествует на своем бронепоезде стоимостью 7 миллиардов рублей с 2004 года. Путин очень любит путешествовать именно на бронепоезде, потому что его невозможно отследить, практически сложно ликвидировать, потому что это же не самолеты. Вот экс-шпион КГБ, бывший сокурсник Путина Сергей Жирнов мне в интервью говорил о том, что когда Пригожин шел на Москву, этот мятеж Пригожина, то Путин не вылетал на частном борте номер один из Москвы в Санкт-Петербург, а использовал именно этот бронепоезд. Как он выглядит? Все его важные нюансы, детали предлагаю посмотреть сейчас без комментариев, ну а дальше обсудим все. Смотрим на этот тяжелый люкс Владимира Путина. В давних пополнений спецсостава – спортивно-оздоровительный вагон. За казенным названием скрываются спортзал, кабинет косметолога и хамам. Спортзал не очень похож на обычный фитнес. В нем нет штанг, зато есть татами, скамья для пресса, тренажер для гиперэкстензии, степ-платформа, тренажеры для мышц бедра и гантели весом до 8 килограмм. Соседнее помещение – кабинет косметолога. Впрочем, укомплектован он не только техникой для омоложения. Внутри установлены аппарат для искусственной вентиляции легких, дефибриллятор и монитор пациента. То есть медицинская техника, необходимая для реанимации. Но есть и косметологическое оборудование. Аппарат для радиолифтинга, косметологический комбайн, аппарат ультразвуковой терапии, лампа-лупа и все возможные расходники. От одноразовых игл до масок для лица. Последнее помещение – хамам и душ с режимом ароматной пены. Главная задача, которую пришлось решать при постройке вагона – это телевидение. Внутри не только поставили встроенный телевизор более чем за 1 миллион рублей. На отдельном совещании с участием ФСО обсуждалось, что каналы должны быть настроены в том же порядке, что и в основном вагоне главы государства. Иначе президенту будет непривычно. А затем при испытаниях вагона выяснилось, что спутниковый сигнал прерывается, когда поезд проезжает под мостами или рядом с высокими зданиями, и антенна оказывается в тени. Много ли тоннелей и мостов по пути на Валдай? Очевидно, не настолько много, чтобы пропадающий на пару минут сигнал федеральных телеканалов стал большой проблемой. Но только не для Владимира Путина. К работам привлекли московский НИИ радиосвязи. В институте сначала предложили поставить систему буферизации. Сигнал загружается на специальное оборудование, а оттуда транслируется на экран. И если сигнал пропадает на некоторое время, то картинка продолжает подгружаться из буфера. Но и это не помогло. Существующие системы работают только для одного канала. А если президент захочет в тоннеле переключиться с Дмитрия Киселева на Екатерину Андрееву? В результате в ней создали специальное оборудование, чтобы сигнал загружался с нескольких каналов.
И теперь это изобретение планируют поставить и на президентские самолеты. Признаюсь честно, что я женщина, не делаю то количество процедур и не использую то количество специальной косметологической техники, то, что использует Владимир Путин, президент Российской Федерации. И обратите внимание, там даже дефибриллятор, то есть там, если, не дай бог, у него сломается сердце, ему станет плохо, там просто, не знаю, реанимационный кабинет целый. То, что я услышала по поводу косметологических процедур, которые делает Путин, ну, в принципе, лицо Путина видели все. Интересно, вот двойник ли ездит на этом вагоне, на этом поезде. Во-первых, несколько фактов. Значит, Путин собирается строить еще несколько вагонов к этому поезду плюс. Стоимость одного вагона, я так понимаю, это компания, которая разрабатывает и занимается благоустройством этого VIP-поезда многомиллиардного, значит, она будет строить один вагон стоимостью 1,7 миллиарда рублей. То есть вы можете представить себе, почти 4 миллиарда рублей еще будет стоимость двух дополнительных вагонов. А вы знаете для кого? Для свиты. Для свиты, возможно, для Алины Кабаевой, потому что Путин любит путешествовать с ней. Еще насладитесь этими эксклюзивными кадрами. Вот мне начало под музыку великолепную, классическую и, я думаю, узнаваемую. Напишите в комментариях, кто автор этой музыки. Посмотрите, пожалуйста, это просто шедевр. Шедевр. Одно из недавних пополнений спецсостава Вы все увидели. В бронепоезде Путина оборудовали тренажеры, реанимацию, хамам, косметологический кабинет, защиты от прослушки. И самое главное – это ФСОшники. Мы сейчас увидим эксклюзивный комментарий одного ФСОшника, который работал на этом бронепоезде. Расследование о спецпоезде Путина – это очень важно. Значит, во-первых, 413,4 миллиона рублей – это стоимость этого оздоровительного вагона. Значит, ради его создания все сотрудники работают в три смены. Каждый ФСОшник и сотрудник проходит трехнедельный карантин. Друзья, трехнедельный карантин. Кабинет косметолога с медицинским оборудованием, реанимация аппаратом для процедур омоложения кожи. Что Путин во время поездок смотрел любимых пропагандистов, Скобееву, в московском НИИ радиосвязи разработали специальную систему передачи сигнала, а каналы настроили в привычном порядке 1, 2, 3, как любит кремлевский диктатор. В данный момент строится еще один оздоровительный вагон, минимум 600 миллионов рублей, вагон-зал, еще 405, и два вагона люкс для проживания, еще два вагона ресторана. То есть к тому, что я сказала в начале, еще плюс 5 вагонов. То есть сейчас этот поезд стоит до 7 миллиардов рублей. Я думаю, что 10-15, возможно, и больше он будет стоить далее. О патологическом страхе Путина за свое здоровье ранее в интервью центру «Досье» рассказал сотрудник ФСО Глеб Каракулов, который смог уехать из России. Предлагаю послушать, чего так боится Путин. В январе будет уже 3 года как коронавирус, да, буйствует по нашей планете. Но у нас президент до сих пор сидит. Вот мы прям серьезно 2 недели на карантине сидим. Любое мероприятие, которое там длится там 15-20-30 минут, создается такой некий пул сотрудников, которые карантин, в общем, отсидели 2-недельный. Они считаются чистыми. И они уже могут работать непосредственно в одном помещении с Путиным. А есть какое-то понимание среди сотрудников, почему настолько строгий карантин до сих пор? Ну, вас не ругается, да? Ну, все немножко в недоумении, почему это до сих пор продолжается. Потому что, как минимум, все заставили вакцинироваться. Все там проходят диспансеризации, следят за своим здоровьем. То есть, обратите внимание, на этом поезде все вакцинируются, все проводят диспансеризацию, все проводят трехнедельный карантин. И все смотрят эти пропагандистские новости, потому что так Путин хочет. На финале я вам расскажу про то, как Путину построили секретную сеть железных дорог и станций, которые ведут к его резиденциям. Ну а сейчас мы досмотрим эксклюзив этого ФСОшника. Тестирование, правильно? Зачем людей мучить уже спустя почти 3 года вот этими вот непонятными карантинами? Премьер Мишустин переболел, все.
никаких проблем, правильно? Я не знаю, просто боится, наверное, свое здоровье настолько, что вот готов столько людей. Я считаю, что это меры избыточные, и он просто людей мучает. Есть мнение ФСО, что происходит? Может, Владимир Путин смертельно болен, поэтому он боится подцепить еще и коронавирус? Если там, может быть, какие-то проблемы здоровья, но они просто ввиду возраста, ну, наверное, они есть. Вот, но ничего такого, наверное, сверхкритичного. Этот вопрос сейчас волнует примерно половину населения земного шара. Что у Владимира Путина со здоровьем? Он с нами еще надолго? Я могу сказать, вот, ну, мы же с ним частенько в командировки ездим, и он до 2020 года очень часто ездил в командировки, понятно, потом. Он как сел в бункер, ну, вот, и, может быть, там, одна там... две, три командировки в год там проведет. А до этого коронавирусного года очень много было командировок. Реально мы по три недели в месяц могли находиться не в Москве, не дома. И с учетом того, что командировок много, именно вот из-за того, что он заболел, по-моему, одна или две командировки были отменены. Это одна или две командировки за какой срок? Предлагаю все-таки в завершении раскрыть две темы. Значит, этот сбежавший из России сотрудник ФСО рассказал еще более детально о спецпоезде Путина. По его словам, часто использовать этот поезд, который вы только что видели, начали в конце лета 2021 года. Пока я буду вам это рассказывать, на финал посмотрим эти картинки с поезда. Значит, в октябре 2022 года Глеб Караколов сбежал из России и рассказал о спецпоезде Путина. Значит, он отвечает за радиосвязь и все объекты, которые планируются к посещению. Он всех объезжает и проверяет. Кроме прочего, по словам этого Караколова, он устанавливал спецсвязь на бронепоезде президента, о существовании которого в начале зимы 2023 года рассказали журналисты. Этот поезд под президента, он начал появляться у нас в расписании, цитирую Караколова, где-то, наверное, в 2014-2015 году. Выглядит как обычный поезд, абсолютно такой же, как и все остальные, серый с красной полоской, поезда РЖД. По его словам, часто использовался этот поезд в начале и в конце лета 2021 года. Сам часто посещаем резиденции Путина, Караколов при этом называет «Валдай». Для бронепоезда российского диктатора Владимира Путина создались специальные платформы и ветку железной дороги. Руководителя сооружения спецобъектов недавно отправили в тюрьму. Значит, ко всем основным резиденциям Владимира Путина подвели железнодорожные пути и построили специальные охраняемые станции, закрытые для местных жителей. Передвижение лидера России Владимира Путина на бронепоезде вместо привычных ему самолетов, на которых диктатор разъезжал ранее, стало настоящей головной болью для россиян. Ну и самое главное, что эту спецсвязь устанавливал лично Караколов на бронепоезд президента, значит, еще в 2013-2014 году. Ну а другие журналисты, которые сделали этот огромный проект расследования, утверждают, что начал активно Путин пользоваться бронепоездом в 2004 году. То есть вы представляете, сколько лет он уже пользуется этим поездом. Путину построили секретную сеть железных дорог и станций, они ведут к его резиденциям. Ко всем основным резиденциям Владимира Путина подвели железнодорожные ветки, а рядом выстроились секретные станции. Выяснил проект. Это подтверждает сообщение Центра досье о том, что глава государства в последнее время стал чаще пользоваться именно этим поездом, а не самолетом. Резиденция Путина на Валдае, значит, далее Ново-Огарево, Сочи. Вот для остановки поезда в сочинской резиденции Бочаров-Ручей в районе 2017 года появилась платформа и новая тупиковая железнодорожная ветка, скрытая от путей, по которым ходят электрички высоким забором. Спецпоезд президента не раз попадал в объектив трейн-споттеров и работников железной дороги. Например, в 2018 году, в апреле 2020 года. Все говорят о том, что этот спецвокзал создан специально только под Путина. То есть проект узнал о железной дороге, о станциях Путина при подготовке заключительного сезона цикла их программ. Друзья, мы вообще понимаем, что для Путина создаются не только частные самолеты, частные поезда за больше, чем 7 миллиардов рублей, а частные
железнодорожные станции, секретные железнодорожные станции, которые ведут, значит, его секретные ветки, тупиковые ветки, ветки, которые не работают для других простых смертных, а работают только для Путина, железнодорожные пути только для Путина, железнодорожные станции только для Путина, для того, чтобы он подъезжал к своим резиденциям, тайным, секретным, к своим бункерам. Стоимость этого бронепоезда больше 7 миллиардов, но учитывая плюс 4 вагона, которые сейчас строятся этой компанией «Циркони», если я не ошибаюсь, то цена может быть до 20 миллиардов рублей. Вот так выглядит особняк ЧВК, глава ЧВК Вагнера Пригожина. Фото сделаны во время обыска в день мятежа в Санкт-Петербурге. Слитки золота, миллиарды рублей, арсенал оружия, огромная кувалда с надписью «На случай важных переговоров», баня, бассейн, вертолет, медицинский кабинет – и огромное количество поддельных документов. Предлагаю посмотреть просто сейчас. Предложено огромное количество миллиардов рублей, больше миллиардов, улетает неизвестно. Особняк Пригожина — очень интересная тема. Давайте начнем с того, что, во-первых, Пригожин в России. Пригожин в Санкт-Петербурге. Путин был достаточно щедр, что он вернул ему больше 10 миллиардов рублей, которые, по сути, при обысках было конфисковано. И глава частной военной компании «Вагнер» лично прибыл в Санкт-Петербург, где ему вернули все изъятое, больше 10 миллиардов рублей во время обысков. Также ему вернули изъятое во время обысков оружие, пишет российское издание «Фонтанка». Его деньги, 10 миллиардов рублей, изъятые ФСБ при обыске его офиса в Санкт-Петербурге. Деньги по доверенности получил помощник самого Пригожина, который на вопрос о том, а где сам Пригожин, ответил почему-то очень странно, цитирую, «он где-то в Москве, ходит по совещаниям». Далее президент, самопровозглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявляет о том, что Пригожина уже нет в Беларуси, Пригожин в Санкт-Петербурге. Так в Москве на встрече с Путиным или в Санкт-Петербурге? Щедрость Путина просто не знает границ. Значит, еще раз, Пригожину вернули все конфискованное на обысках оружия. Сейчас мы посмотрим детально. Значит, глава ЧВК «Вагнер» лично прибыл в Санкт-Петербург 4 июля. Ему вернули там все. Встреча состоялась в здании управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте. Устроившему военный мятеж главе наемников выдали два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин «Стейер», полуавтоматическая винтовка и еще несколько оружия и пистолетов. Сейчас все посмотрим, а буду сейчас вам показывать. Давайте посмотрим, потом обсудим. Yeah.
Давайте напомню вам о том, что, как сказал Дмитрий Киселев, структуры Пригожина получили от государства совокупно более 1,5 триллиона рублей. Частная военная компания «Вагнера» получила из российского бюджета 858 миллиардов рублей. Компания «Конкорд», кейтеринговая компания, которая обслуживала все государственные учреждения топа Минобороны, оказала услуги на сумму 845 миллиардов рублей. Мы помним, как Путин откровенно признавался в том, сколько и как много, и как долго он финансировал частную военную компанию «Вагнер». Значит, гигантская кувалда, которую вы видели, золотые слитки, арсенал оружия, парики, что очень важно для того, чтобы, наверное, создавать какие-то конспирологические другие образы, пачки валюты и личная комната для молитв. Все это многомиллионный особняк Пригожина. И фото и видео с обыска в особняке Пригожина впервые публиковало прокремлевское издание «Известия». Значит, важно понимать, что все эти сотни миллиардов, о которых говорил Путин, значит, Путин взял из карманов российских налогоплательщиков. Это деньги, которые могли пойти на строительство больниц, на строительство школ, дорог, на лечение больных детей и на помощь старикам. Но они пошли на кровавые, разрушительные войны, на обогащение кучки преступников. Где находится генерал Суровикин, мы не знаем, Блефортова, но он исчез, арестован. Значит, самый важный момент, да, что вот то, что я сейчас озвучиваю, это всего лишь капля в море, маленькая крупица и часть тех гигантских средств, которые Путин продолжает тратить на захватческую войну против моей страны, против Украины. Масштабы можем оценить только лишь, когда этот кошмар, эта война закончится. Вот, обратите внимание на первую фотографию, сейчас я хотела бы показать вам ее. А вот она, фотографии кителя. И далее идет, посмотрите на количество наград, и далее эта картина. Вот эта картина, я сделаю небольшой стоп, это сейчас парики, вот эта картина. Значит, важный момент. Еще один сувенир из дома Пригожина – художественное фото с отрезанными головами сирийцев. Значит, просто а теперь вы вспомните, как Пригожина встречали и провожали в Ростове. Вот эти люди восхищаются человеком, который вечерами любит разглядывать отрезанные головы. Это, конечно, знаете, шок-контент. И еще важная деталь – это огромное количество париков. Зачем Пригожину парики? А тут самое, что ни на есть неадекватное, это то, что вот российские СМИ публикуют фото Пригожина в разных образах. Сейчас предлагаю посмотреть вам на эти образы без комментариев. Ну, это просто шок-контент. Пока я буду вам сейчас это зачитывать, поставлю без звука, чтобы вы еще раз смогли на это наглядеться. Все посты сопровождаются одинаковой подписью о том, что среди образа сотрудник Министерства обороны в Судане, помощник дипломата из Абу-Даби, старший лейтенант из Бенгази и другие. Вероятно, фото были добыты все во время обысков. Ранее госсми показали кадры обысков в доме главаря частной военной компании «Вагнер». У него нашли арсенал оружия, парики, поддельные документы, огромное количество, вы уже могли это посмотреть, слитки золота, фото в рамочке с отрезанными головами, не только. Все это великолепие спонсировалось из российского бюджета. Еще раз, по данным пропагандиста Киселева, структуры Пригожина получили от российского государства более 1,5 триллиона рублей. Тут важная деталь, значит, Альфред Кох высказался об этом в Фейсбуке, о возможном сговоре Путина и Пригожина. Что, ну, не может Путин так простить Пригожина, еще раз говорю, Пригожин или в Санкт-Петербурге, или в Москве, это официально заявил Лукашенко. Пригожина вернули 10 миллиардов рублей и больше, Пригожин не арестован, амнистирован, в то время как генерал Суровикин находится под арестом, и об этом пишет огромное количество СМИ, это, вероятно, очень сильно. И вот Альфред Кох, как и многие мои, кстати, зрители, моя аудитория, написала мне на YouTube-канале моем, что они тоже считают, что это некий сговор между Путиным и Пригожиным для того, чтобы подсветить всех неугодных Путину, всех неугодных генералитету. Об этом я общалась с Пиантковским вчера, и об этом я говорила и с Игорем Яковенко. Мы обсуждали возможность связи между Путиным и Пригожиным. Сейчас я процитирую вам, чтобы быть, не быть голословной. Значит,
Версия о том, что Пригожин не более чем ФСБшный провокатор, который поднял на мятеж своих вагнеровцев и сочувствующих им генералов Минобороны с тем, чтобы устроить для Путина так называемую «ночь длинных ножей» и разоблачение заговора Тухачевского в одном флаконе, пишет Кох. Напомню вам, что Гитлер устроил «ночь длинных ножей» для того, чтобы по требованию Рейхсвера ликвидировать военизированные отряды штурмовиков Эрнста Рема, которые становились все более неуправляемыми и покушались на государственную монополию на насилие. А разоблачение заговора Тухачевского, вне зависимости от того, имел ли он место в действительности, помогло диктатору Сталину накануне большой войны очистить армию от тех генералов, которые, по его мнению, были не вполне ему лояльны или могли таковыми стать в будущем. Это версия Коха. Многие зрители попросили меня это озвучить. Мне интересно ваш взгляд, как вы считаете. Напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы об этом думаете. Ну а пока, после того, как вы увидели кадры особняка Пригожина, предлагаю посмотреть, как Пригожина уже у Соловьева сравнивают с Гитлером и с чудовищем Франкенштейна. Начнем со сравнения с Гитлером. Смотрим. Вот, говорит, Пригожин говорил правду. Ну и что? А если мы возьмем, например, обращение Гитлера... А если нет? Нет, подожди. В значительной части это очевидные вещи. Про коррупцию, про далее, так, совершенно так. Понятно, что это всех беспокоит. Понятно, что это у кого-то даже отклик находит. Понятно. Потому что, если мы возьмем речь Гитлера после нападения на Советский Союз, прочитайте, она доступна. Да. Там 80% правды. Ну и что от этого он не перестает быть Гитлером? Вот. Дожились, да? Сравнили уже с Гитлером Пригожина. Но, безусловно, что это команда ФАС. Опять же, она немножко тогда отличается от версии Коха. Ну, посмотрим еще один вариант, когда уже Соловьев называет Пригожина чудовищем, монстром, которого породил. Ну, по сути, он намекает на то, что Пригожина породил Путин, и это чудовище неуправляемое, что теперь с ним сделать, это главный вопрос. Смотрим. Это мало этого, выясняется, что воспитали монстра Франкенштейна. У нас многие думают, что Франкенштейн – это монстр. Нет, Франкенштейн – это ученый, который создал монстр. А теперь не понимают, что с ним делать. Ну, есть проблема, он псих. То есть мы не можем им управлять, он неконтролируемый. Мы ему говорим делать одно, а он делает совсем другое. Вот эта неконтролируемость Пригожина, по сути, она и связана с его, возможно, реваншем на Москву. Опять же, это еще одна версия, когда Пригожин официально вышел по аудиозаписи. Напоминаем, что самое последнее видео, которое мы видели Пригожина, это было, когда он возвращался с своего неудачного мятежа. Все остальное, это был Ростов, все остальное – это аудиозаписи, аутентичность которых сложно проверить, он не появляется... Ну, мы сейчас не видим его как бы на публике с заявлениями. Самое последнее заявление Пригожина, да, которого амнистировали, которому вернули все документы, огромное количество золотых слитков, миллиардов рублей, десятки миллиардов рублей, чьи миллионы мы только что миллиарды увидели, и Путин официально признался в том, сколько денег он потратил на частную военную компанию «Вагнер» на протяжении этого года. Но при этом Пригожин говорит о том, что его ждут новые победы на фронте. И учитывая слова главы ГУР Минобороны Буданова, этот фронт не Украина, потому что частная военная компания «Вагнер» на территории моей стороны Украины больше не появится. Предлагаю посмотреть эту последнюю аудиозапись, как говорится, и предчувствовать шок-контент для Путина и для Москвы. И, возможно, Путин на бронепоезде за почти 7 миллиардов долларов, о котором мы вскоре поговорим, умчится вновь, потому что Пригожин вновь начнет наступление на Москву. Смотрим. Я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Но я не знаю случаев, когда уже с высланной за границу руководитель мятежа совершенно спокойно прилетает обратно и делает здесь свои дела, и никто на него не обращает внимания. Вы там совсем охренели на Старой площади, друзья? Наш марш справедливости был нацелен на борьбу с предателями и мобилизации нашего общества. У Пригожина снесло крышу от больших денег. Я, слава тебе Господи, не живу в голове у Пригожина. Все, что мы узнали наверняка. Если на нас нападет НАТО, максимум, что мы можем сделать, это перекопать асфальт
и позвонит Лукашенко. И не волнуйтесь. Я знаю, вы немножко волнуетесь, переживаете. Все будет нормально. Иногда даже хорошо. Ну как может быть нормально, если Пригожин уже, по твоим словам, диктатор Лукашенко в Санкт-Петербурге? И давайте еще раз вспомним про то, как Путин рассказывал про колоссальные деньги, которые выделялись из государственного бюджета. По сути, Путин признал, что он спонсировал терроризм на частную военную компанию «Вагнер». Смотрим. Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Вот только с мая 22 года по май 23 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Из них денежное содержание 70 миллиардов 384, стимулирующие выплаты 15 миллиардов 877. Страховые выплаты 110 миллиардов 179 миллионов. При этом собственник компании «Конкорд» через военторг при всем том, что само содержание «Вагнера» было на плечах государства, за год собственник компании «Конкорд» через военторг получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей. Содержание полностью взял на себя государство, а часть вот этой всей группы, это компания «Конкорд», в это же самое время заработали 80 миллиардов рублей. Но надеюсь, что вот в ходе этих работ никто ничего не украл, или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, мы будем, конечно, с этим совсем разбираться. Обратите внимание на слова Путина. Наверное, там никто ничего не украл или украл, но поменьше, сказал Пригожин. И мы это на фоне колоссального особняка, сказал Путин. И это на фоне колоссального особняка Пригожина, который мы увидели, и вообще количество денег Пригожина. Вы знаете, когда я общалась с Михаилом Шепельманом и с известным журналистом Игорем Александровичем Яковенко, они мне сказали: Даша, 10 миллиардов рублей для Пригожина – это просто 5 копеек. Это ничтожно малая сумма. Ну, естественно, вот этих 1,5 триллиона, я думаю, что это гораздо больше, даже, чем эти триллионы. Я не могу осязать эти цифры, вот, но, как сказал Путин, ну, если даже кто-то там что-то украл, мы будем разбираться. Вообще, это квинтэссенция путинского режима. В шок, естественно, что Гиркин. Посмотрим шок от Гиркина на все происходящее. Но я не знаю случаев, когда уже с высланной за границу руководитель мятежа совершенно спокойно прилетает обратно и делает здесь свои дела, и никто на него не обращает внимания. Вы там совсем охренели на Старой площади, друзья? Я понимаю, конечно, что у вас мозгов никогда особо не было, да и те пронюхали белым порошочком. Но вы фактически провоцируете следующие мятежи. Вы что, думаете, на этом кончится? Вся армия вас ненавидит. Вся армия ненавидит Шойгу. Вся армия ненавидит Герасимова. Вы что, думаете, господин Золотов, удравший из Москвы, остановит армию, если она пойдет на Москву? Если найдется, в этот раз не пошли, в значительной степени не поддержали, потому что господин Пригожин не пользуются в армии авторитетом. По крайней мере, у большинства военных. Он слишком много дерьма наговорил на армию. Причем не на конкретных лиц, а именно на армию, на всю целиком. Петушками, извините, его органы, его, как говорится, СМИ называли армию регулярно. Всех вообще. А если это будет не другой человек? Если вы доведете ситуацию до края, и когда военные просто пойдут и скажут: ну хватит, надоело. Поразительно,
Знаете, как напоминает, что вот выскочили в окна, а потом вернулись и делают вид, что все нормально. Продолжают праздничный банкет. Вот, очень точно сказал Гиркин, террорист. Продолжаю праздничный банкет. В этом блоге я рассмотрела недвижимость Пригожина и бронепоезд Путина. Друзья, меня зовут Дарья Счастлива, это мой блог, это мой YouTube-канал «Даша Счастлива». Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, напишите комментарий, откуда вы нас смотрите. Подпишитесь на мой YouTube-канал. Лайк и комментарий позволяют сделать так, что это видео посмотрит больше. Мы победим. Слава Украине! Героям слава! До встречи в новых блогах. Ну и на финал еще раз под музыку. До свидания. Thank you.